Всем привет, я Антон, а это видео на канале Кадр.ком. Сегодня мы приехали в Национальный музей Пирогова, который находится под Киевом, для того, чтобы поснимать Love Story. Это видео в первую очередь будет полезно для новичков, которые хотят научиться работать с влюбленной парой, чтобы в дальнейшем начать снимать свадьбы. Love Story — это потрясающая возможность потренироваться вызывать эмоции у двух людей, также работать с естественным светом, и даже если вы что-то сделаете не так, у вас всегда будет возможность это переснять. На свадьбе такой возможности у вас не будет. Котики, подходим ближе. Сегодняшняя съемка мне будут помогать вот эти влюбленные котики, Соня и Леша. У них скоро свадьба. И как раз Love Story — это отличная возможность для того, чтобы наладить коннект между фотографом и парой. Чтобы на самой свадьбе фотограф знал, на какие эксперименты готова пойти пара, а также какие эмоции можно у них вызвать. А пара, в свою очередь, будет знать, что фотограф все делает хорошо, невеста получается красиво, а жених понимает, сколько времени ему придется напрягаться и улыбаться в фотоаппарат. На самом деле вся сложность съемки Love Story заключается именно в этом названии. То есть Love Story — это какая-то история любви. Для этого нам нужно иметь влюбленную пару и придумать определенный сюжет. То есть вы можете проработать различные варианты. Например, это может быть прогулочная love story, это может быть студийная love story, это может быть какая-нибудь стилизированная love story, когда вы привозите большое количество реквизита, например, делаете пикник где-нибудь на пляже или идете за грибами в лес, либо вы вместе собираете какой-то конструктор. То есть ваша задача поговорить с парой, подобрать нужный сюжет и уже с помощью дополнительного реквизита к нему хорошо подготовиться. Да. Ой, мини. Так, хорошо, окей. Допустим, с сюжетом вы разобрались и договорились с парой, и все устраивает. Следующим вам нужно выбрать локацию. Мало того, что вы просто придумаете, где это будет, нужно удостовериться в том, что в этой локации будет именно красиво, и вы сможете попасть туда в нужное вам время и в нужный вам день. Потому что будет очень обидно, если вы все приедете, отпроситесь там с работ, а, например, что-то там закрыто на реконструкцию, или там сейчас не пускают, потому что какое-нибудь закрытое мероприятие. Поэтому постарайтесь максимально удостовериться, что в этот день, в это время локация будет для вас доступна. Выбор места съемки — это всегда очень важно. Даже если вы приезжаете в безумно красивую локацию, есть места, которые лучше подходят для съемки и которые хуже. Я предпочитаю выбирать места с рассеянным светом и фактурным задним планом, но надо следить, чтобы задник не пересветился. А ну, облокотись прям руками на эти штуки, да. Оп, вот так, да, хорошо. Время съемки — это очень важный такой, я бы даже сказал, пикантный момент, потому что рано вставать никто не любит, а лучше всего сниматься на рассвете или на закате. Из-за того, что рано вставать никто не любит, рассвет мы очень часто можем пропустить, хотя мне намного больше нравится снимать в рассветное время. А в закатное время может оказаться так, что на локации будет очень много людей, ну и, соответственно, солнце уходит, и вы ограничены во времени съемки. Именно поэтому мне на рассвете нравится снимать больше. Любой кадр всегда будет лучше, если в нем есть перспектива. Поэтому я люблю располагать своих моделей вдоль заборов или уходящих аллей деревьев, либо колонн. Ребят, чуть-чуть назад отойдите, чуть-чуть назад. Оп, полетели на меня, давайте. Эй-хей-хей. Оп, стоп, полетели. Окей, молодцы. Вы как фотограф должны знать, что вы будете снимать. Соответственно, раз локация уже выбрана, вы плюс-минус понимаете, в каких местах будет проходить съемка. Так как вы видели пару и общались с ней, вы знаете, на какие эмоции они готовы пойти и какие действия они могут выполнять. Соответственно, когда вы снимаете уже историю, не забывайте, что нужно снимать ребят вместе максимально много, потому что это история их любви. Соответственно, мы делаем много кадров, где они вместе. Помните про то, что нужно чередовать крупность плана. То есть все время снимаете общий план, средний план и крупный план. И очень важно не забыть про детали. Детали — это когда руки крепко сжимают друг друга, какие-нибудь элементы одежды, элементы реквизита, элементы локации. Это все сможет помочь вам потом серию снимков сделать именно сюжетом таким, маленьким таким
фильмом про их отношения. Так, нет, а ну любовь покажите мне. Придумайте что-нибудь там. Стоите. Леша, сейчас ты плохо получаешься. Ты брат фотографа, ты не можешь плохо получаться. Также помните о том, что на самом деле не нужно миллион фотографий. Реально, чтобы вы красиво раскрыли всю съемку, вам достаточно 20-25 кадров. Просто старайтесь сделать акцент на максимально эмоциональных, и из серии снимков потом выбирайте самые сочные. Учитывайте то, что даже в одном уголке можно сделать достаточно разноплановые кадры, просто меняя объективы и перемещаясь относительно модели ближе и дальше. Меняйте ракурсы съемки и используйте передний и задний план, играйте с этим, и у вас просто из одного какого-нибудь простого сюжета может сразу получиться 10-15 крутых фотографий. Жрите банан. Купила банан. Леша, кусай. Да нет, добро. А, на себя? Да. Ты же тяжелее. Ну да, тут я... Хорошо. Соня, веселее. Отлично. Хорошо. Ну вот здесь прям многоярусная такая композиция с линиями. Ну тут зависит от того, насколько пересветы критичные. Можно в ЧБ перевести, будет красиво. В ЧБ там можно перевести что угодно. Графичности добавится. Во время самой съемки старайтесь шутить с ребятами, старайтесь подводить их к тому, чтобы они сами делали какие-то интересные действия или движения, потому что вы не можете заготовить для них все. Плюс учитывайте то, что они не модели, и они не смогут делать какие-то тяжелые и сразу красивые позы занимать. Поэтому вам придется контролировать это и предлагать им какие-то свои варианты. Поэтому будет очень неплохо, если вы себе где-нибудь в Pinterest или в Инстаграме создадите целую папочку с небольшим количеством примеров, чтобы быстренько показать ребятам, давайте попробуем вот это. Дальше, когда они уже увидят какую-то готовую красивую позу, у них включится своя фантазия, и они предложат вам уже какие-то свои варианты и идеи. О, вообще какая красота! Ваня, если видео будет лучше, чем фото? Изи катка. Че, кто больше ржет, давай. Чаще всего в начале съемки все будет идти достаточно туго, потому что ребята еще не выспанные, и либо еще стесняются, зажаты, но уже где-то через полчаса начинается такой движ, они начинают много смеяться, поэтому не старайтесь реализовать все самые крутые задумки в самом начале, оставьте это на середину и конец съемки. Например, эту локацию я выбрал, потому что здесь есть уходящая вперед красивая дорога, а также по переднему плану я могу пускать в расфокус вот эти цветущие ветки. Получается очень объемненько и всегда очень классно. Все, let's go. Дальше. Давайте дальше идти. Возле мельниц фоткаться будем. Сегодня я снимаю на Sony Alpha 7R версии 3. Это камера, которая позволяет получить вам снимки с очень высоким разрешением. Поэтому, если вы понимаете, что, например, печатать снимки вы не будете, то не обязательно брать именно эту камеру, вам будет достаточно такой же классной Sony Alpha 7 без буквы R версии 3. Даже учитывая, что файлы с этой камеры получаются очень большими, она все равно позволяет снять 10 кадров в секунду RAW файлов со следящим режимом автофокуса. Окей. Поворачивай. Да, на меня. Оп, все, молодцы. Конечно, каждый фотограф сам для себя подбирает любимые объективы. На эту съемку я взял
три фикса, это 24 мм, 35 мм и 85 мм с диафрагмой 1.4. Потому что открытая диафрагма позволяет придать вашим снимкам более художественности за счет того, что сильно размывает задний план, и они выглядят как кино. Возможность снимать на открытой диафрагме — это всегда больше плюс, чем минус, потому что если на задний план какой-то не сильно красивый, вы всегда можете его подразмыть. Ну и, соответственно, на малая глубина резкости позволяет придать вашим снимкам большей художественности. Такие фокусные расстояния я выбрал, потому что 35 мм для меня это как основной объектив, на него я снимаю большинство средних планов и иногда какие-нибудь детальки. 24 мм я использую только для общих широких планов, когда модели в вашем кадре занимают очень маленький процент пространства. Ну и на 85, это одно из моих самых любимых фокусных расстояний, я снимаю крупные портреты, детальки, потому что у него очень красивое отделение модели от заднего плана, суженная перспектива, и вы получаете более чистый кадр, даже если у вас захламленный задний план. Иногда, чтобы передать масштабность, не обязательно использовать широкоугольный объектив. Я очень люблю, когда вы отходите далеко от модели и используете длиннофокусные. В моем случае это 85 мм, и таким образом вы получаете очень красивый большой задний план, как в голливудских фильмах. Лично для меня главным преимуществом беззеркальных камер перед зеркальными является возможность фокусировки практически по всей площади кадра. А в беззеркалках от компании Sony первыми была реализована фокусировка по лицу, а также по глазам. Раньше для этого нужно было принудительно установить одну из горячих клавиш на активацию функции фокуса по глазам. В новой прошивке, если у вас функция фокусировки по глазам активирована в меню, уже не важно, в каком режиме фокусировки вы снимаете. Будь это точечная, зональная или широкая зона фокусировки, все равно, как только у вас человек появляется в кадре, она будет наводиться на глаза. Раньше, когда я снимал на предыдущее поколение беззеркалок Sony, меня очень сильно расстраивала автономность по сравнению с зеркальными камерами. Но вот сегодня у меня получилось снять практически 1500 кадров, и еще осталось 45% заряда батареи, что уже очень хорошо. Но у вас также есть возможность заряжать камеру от пауэрбанка, при этом продолжать снимать. Соня, да. Что мы сегодня делали? Мы сегодня снимали Love Story. Ты устала? Да. Что самое сложное в Love Story для тебя было? Не ржать. Ну, почему? Эмоции — это же хорошо. Да, но мы пытались сделать эмоции сначала искусственно, а потом, когда уже начинаешь улыбаться, ты начинаешь прям смеяться, 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 и не можешь остановиться. И смеяться, и делать красивое лицо — это почти не получается никогда. Самое сложное в Love Story было — это хорошенько подготовиться, чтобы разработана была мимика лица, чтобы классные разнообразные снимки получились у фотографа. Ему нужно угождать и изображать разные эмоции. И не ржать, конечно, потому что мы очень много смеялись. От этого тоже, наверное, какие-то мышцы на лице замыкаются. Как тебе вот с Лешей взаимодействовать? Насколько тяжело? Кто из вас более зажатый был? Очевидно, я. Не скажу, что это была я. Нет, очевидно, это был Леша. Он был более зажатым. Что помогло вам раскрепоститься вообще? Или сколько времени нужно, чтобы расслабиться? Ну, я сразу расслабляюсь, потому что знакомый фотограф, знакомый оператор. Вот. А если бы, например, это был незнакомый фотограф-оператор, как ты думаешь? Я думаю, было бы сложнее, но я бы, в принципе, справилась. Но те, кто не подготовлены, никогда не снимались, я думаю, им бы было сложно. А вот выбор локации, тебе нравится? Да, локация? Конечно, да. А если бы локация тебе не нравилась, то как бы ты себя ощущала, например? То есть, насколько локация важна для того, чтобы тебе было комфортно снимать? Да не, главное, чтобы я была красива. На мой взгляд, почему мы оба были несколько зажаты, потому что это нужно практиковать чаще. Чаще быть под камерами, быть раскованнее перед объективами, потому что в этом нет ничего страшного, и практики нужно больше. Надо вообще перестать стесняться таких вещей. Мы и так каждый день под камерами ходим. Для того, чтобы Love Story получилось так, как вам хочется, нужно не играть эмоции, а реально их переживать в кадре и не стесняться камер. Для того, чтобы в следующий раз получилось лучше,
я обязательно высплюсь, сделаю маску на лицо. И, наверное, мы приедем все-таки на локацию пораньше, чтобы свет был помягче. Как вот девочка, которая стесняется, не знаю, камеры, не знаю, себя, неуверенная в себе, как ей лучше подготовиться реально? Сначала сняться в порнухе. Давай снять. Oh my! Если девочка чувствует себя зажатой на фотосессии, она должна больше практиковаться с фотографами разными, чтобы не стесняться, быть готовой к разным видам фотосессий и не стесняться, в принципе, себя и камеры. Не забывайте, что лучшее время для съемки Love Story – это рассвет либо закат. Сейчас солнце поднялось уже очень высоко, ну а мы наснимали достаточно классных сюжетов. Поэтому съемка на сегодня закончена. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!